Артак Гіносян – лікар-психіатр дитячий, викладач анатомії. У вільний від роботи час виховує донечку та грає на гітарі. Доброго вам ранку! Здравствуйте. Сьогодні ми говоримо на таку тему, як синдром нав'язливих рухів. Для багатьох це щось новеньке, але є ті, хто вже знає, що це таке. Давайте все ж таки нагадаємо і розповімо, що таке синдром нав'язливих рухів, як він може проявлятися. Да, здравствуйте всем еще раз. Значит, синдром навязчивых движений, или как по-другому можно сказать, невроз навязчивых движений, потому что своим настоящим оно идет как бы к невротическим заболеваниям, оно относится у нас к психиатрии, невротическим, соматическим заболеваниям. Это как бы комплекс психоэмоциональных нарушений, которые возникают под действием каких-бы стрессовых ситуаций, либо каких-то предвестников, которые привели к данным состояниям ребенка. Перляк якийсь, так? Да, то есть там где-то кто-то испугал в школе. В основном это, конечно, происходит вот в этом вот этапе, когда, например, ребеночек переходит с одного места в другое, к примеру, с садика в школу. Угу. Вот эти адаптационные моменты, они являются как бы очень важными в данных ситуациях, потому что дети, как бы, у них же психика ранимая, они же маленькие, они же только начинают там познавать мир, вот эти все вот моменты. И вот получается, что, ну, к примеру, там, в садике с воспитателями что-то, либо в школе, ребенок не самоуверенный, вот он пытается что-то там сделать, достичь чего-то, к примеру, там, в школьных навыках, в самообслуживании или еще чего-то другого рода, да, например. И вот под этим воздействием неких факторов, которые приводят к стрессу, начинается вот формироваться вот эти вот нарушения. Ребеночек, к примеру, становится несамоуверенным, и при вспоминании каких-либо там, вот он, к примеру, хотел сделать какие-то там упражнения, да, у него не получается, он вместо хорошего вспоминает плохое, и затем вот оно влечет за собой вот эти вот нарушения. Угу. К примеру, ногти грызет, там, волосы дергает, тикает, моргает, ну, то есть разные виды нарушений бывают. Угу. Вот это, если так вот брать. А в данном випадку, коли варто звернутися до лікаря, як це часто має відбуватися, наприклад? Ну, смотрите, проявление как бы... Но зараз батьки почули, подивилися, що дитина три рази моргнула, і одразу потрібно вести. Нет, нет, не так все бывает. Оно ж постепенно все нарастает. То есть, к примеру, вы можете, может травма случиться за 3, за 4, за полгода до каких-то уже потом проявлений. Ну, первое, что вы начинаете обращать внимание, то, что это непроизвольное проявление, и ребеночек не может этого контролировать. Тобто, коли ми кажемо, там, давай вже перестань це робити, так, а дитина все одно робить, це не означає, що дитина навмисно хоче вивести, да, скажімо. Вот, так, вот родители, к примеру, да, вот заметили родители. Бывает, часто ошибку делают родители, когда вот, к примеру... родитель хочет помочь, к примеру, но ничего не выходит, потому что родитель думает, что ребенок это специально делает, но ребенок этого не контролирует. То есть, к примеру, шморгает носом. Да ты уже там, зачем ты шморгаешь носом? Мы уже там пролечились, вроде бы все хорошо, тебе что-то мешает, и начинается как бы недопонимание родителя с ребенком, получается конфликт, и усугубляется состояние ребенка. Угу. То есть оно ходит хуже и хуже. Родители, если, к примеру, замечают, то, ну, желательно, конечно, первым делом проконсультироваться у своего семейного врача по наличии там соматических заболеваний. Если уже, конечно же, нет, то тогда нужно обращаться в психиатрию, либо в частных образах, либо еще как-то, чтобы чем раньше начать это искоренять, тем быстрее будет процесс. Потому что если оно еще не укрепилось у ребенка, то невроз как бы переходящий. А взагалі можно вылікувати від цього? Естественно. Это взагалі захворювання чи ні? Да, это относится как бы к заболеваниям, так как если оно кодируется в рубриках у нас, в шифрах, в МКБ, то есть, то, соответственно, да, это относится к заболеваниям, у которого есть постепенный алгоритм. Но в зависимости от состояния и переходящего момента этого вот невроза, оно может быть разным. То есть, если на начальных этапах, то оно поддается в основном психокоррекции. Заниматься с психологом, то есть вы подошли к психиатру, там, это самое важное, что люди очень часто боятся подходить к психиатрам, потому что привыкли вот к такой тенденции, скажем, старых времен, что если психиатрия, то это как бы все. Но сейчас как бы все прогрессирует, развивается, все меняется, поэтому бояться ходить к нам, это уже старое. То есть нужно прийти в первую очередь к специалисту, а затем вот в данном случае мы отправляем к другому специалисту, который на ранних этапах, ну, хватит, может, и 3, и 5 сеансов, чтобы помочь ребеночку. Дальше, конечно, с чем с тяжестью усугубления ситуации, мы уже прибегаем и к медикаментозной терапии, как бы, и, соответственно, в любом случае остается психотерапия. Потому что, в первую очередь, это травма, воздействующаяся извне на ребеночка, на определенной ситуации.
Вот. А так, ну, звісно, піддається лікуванню, все добре, проходить безслідно. Але якщо не звертатися до лікаря, то синдром нав'язливих рухів може, в принципі, залишитися на все життя, так? Звісно, воно потім може, симптом нав'язливих рухів може за собою потім ще інші моменти влечь. Якщо вже глибоко розбиратися, так вкратце, в двох словах, невралгії, вони за собою завжди ведуть соматичні нарушення. К примеру, тикозность может потом еще к себе добавлять тошноту, рвоту и так далее и тому подобное. То есть, если вкратце брать и грубо рассказывать, вот все. Я думаю, що наші глядачі обов'язково скористаються вашими порадами, будуть придивлятися, прислуховуватися до своїх діток і вчасно звертатися до лікарів, які безпосередньо можуть правильно поставити діагноз, а не робити якихось поспішних висновків або, наприклад, казати, що дитина так робить чисто лише для того, щоб, як то кажуть, насолити своїм батькам. Угу. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Артак Гіносян, лікар-психіатр дитячий, і ми говорили з ним про синдром нав'язливих рухів безпосередньо у дітей. Дякую вам за те, що ви до нас завітали.